продлевать срок займа можно бесконечно. Отличные наличные. Удобные условия по займам. Сегодня в Кызыле прошло главное спортивное мероприятие международного уровня – эстафета Олимпийского огня Универсиады-2019. Старт начался в 12 часов от Национального музея Тувы. Честь стать первым факелоносцем выпала Валерию Широп, руководителю Федерации лыжных гонок Тувы и энтузиасту лыжного спорта. Между тем, маршрут священного огня пролегал через главные достопримечательности столицы. Это памятник красным партизанам, скульптурно-архитектурный комплекс «Центр Азии», буддийский храм, центр тувинской культуры. Всего 17 факелоносцев за час пробежали 3900 метров. Это именитые спортсмены Тувы, общественные деятели. Несмотря на морозец, стать свидетелями кульминации эстафеты, а именно зажжения городской чаши огня на площади Арата, пришли очень много людей, среди которых немало молодежи и детей. Почетным последним из 17 факелоносцев стал глава Тувы Шалбан Караул, он же и зажег городскую чашу огня. Ваши аплодисменты факелоносцу! Шалбану Валерию! Это чаша огня. А это значит, что и мы присоединились к эстафете. После зажжения чаши огня на площади Арата частичка тувинского огня влился в огонь Универсиады 2019. Из Кызыла огонь зимней универсиады доставят в Абакан, где 21 декабря завершится федеральный этап эстафеты. Затем маршрут эстафеты пройдет по территорию Красноярского края. В 2019 году огонь студенческих игр встретят жители 13 городов Красноярского края. Завершится же эстафета 1 марта 2019 года в городе Красноярске. Стоянки чабанов горного Мангунтагинского района Тувы в связи с сильными морозами будут патрулировать еженедельно. Такое решение было выдвинуто Шалбаном Караулом на аппаратном совещании в правительстве. Глава Тувы поручил взять на особый контроль ход зимовки скота. Он подчеркнул, что особое внимание стоит уделить отдаленным и труднодоступным районам. Сегодня в Мангунтагинском районе установились 40-градусные морозы. Как известно, на горных ветрах это минус 50. По наблюдениям чабанов на территории района наблюдается миграция яков с гор на ложбину, которая указывает на то, что холода будут продолжаться. В целях недопущения ЧС на чабанских стоянках управлением сельского хозяйства администрации Мангунтагинского района были организованы комплексные выезды на чабанские стоянки с привлечением работников администрации сельских поселений, ветеринарных врачей. Всего комплексными выездами в трех сельских поселениях охвачено 34 чабанских стоянки. Выявлено, что на стоянках остаются только один или два чабана. Требуются дополнительные люди для помощи им. По словам чабанов, наблюдается миграция волков, есть вероятность нападения волков на чабанские стоянки. Как сообщает тувинская таможня, с 1 января 2019 года снизятся нормы беспошлинного ввоза товаров для личного пользования. А именно будут снижены весовые и стоимостные нормы товаров. Так, без уплаты таможенных платежей можно будет ввести товары на сумму, эквивалентную 500 евро или весом до 25 килограммов включительно. В международных почтовых отправлениях товар стоимостью не выше 500 евро или весом 31 килограмм. Изменения не коснутся граждан, совершающих авиаперелеты, как и сейчас.
сейчас пассажиры международных рейсов без уплаты таможенных платежей смогут ввести на территорию Евразийского экономического союза товары для личного пользования на сумму, не превышающую 10 тысяч евро или весом не более 50 килограммов. Концепцию поэтапного снижения лимитов попали товары, доставка которых покупателю из-за рубежа осуществляется посредством международных почтовых отправлений или перевозчикам, в том числе покупки в зарубежных интернет-магазинах. Согласно решению, с 1 января 2019 года установлен лимит в 500 евро и 31 килограмм в течение одного календарного месяца. С 1 января 2020 года до 200 евро и 31 килограмм. И о курсах валют: доллар стоит 66 рублей 37 копеек, евро 75 рублей 90 копеек. Красота притягивает взгляды и подарки. Купите красивую шубу и выиграйте новый немецкий автомобиль. Белковятские меха. С 19 по 25 декабря. ЦУМ. Кто ищет мебель, тот ее находит в магазине «Мебельный рай». Эксклюзивный дизайн, европейское качество, большой выбор современных и классических вариантов, а также готовые интерьерные решения. Все от кухни до гостиной. «Мебельный рай», магистральная 26, торговый центр «Арбан». Уважаемые абоненты, услуги IPTV от ТСИ. Теперь вы не пропустите ничего интересного. С новым сервисом «Отложенный просмотр» услуги IPTV от ТСИ. С помощью сервиса «Отложенный просмотр», который поддерживает более 15 каналов, в течение 48 часов вы можете досмотреть финал футбольного матча после работы или учебы. Вместе с сервисом «Отложенный просмотр» у вас есть возможность остановить передачу, если вам нужно отвлечься, и досмотреть ее позже или даже перемотать назад. IPTV можно посмотреть на смартфоне, планшете или на ноутбуке. Вы больше не будете привязаны к одному экрану. Вся ваша семья сможет одновременно на различных устройствах смотреть все, что им нравится. Более 170 каналов, в том числе местные телеканалы, каналы HD и 3D-качества. Функция «Отложенный просмотр». Онлайн-веб-камеры улиц города. Все это доступно для просмотра на IPTV от ТСИ круглосуточно. Сотрудник Россельхозбанка по мошеннической схеме похитил 645 тысяч рублей. Сотрудниками ФСБ России по Туве выявлена и пресечена противоправная деятельность должностного лица, главного специалиста одного из отделов Тувинского регионального филиала АО «Россельхозбанк», причастного к мошенничеству в крупном размере. Так, в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что работникам банка с использованием своего служебного положения организована мошенническая схема хищения денежных средств, в результате чего нанесен ущерб государству на сумму более 645 тысяч рублей, выделенных на содержание кредитной организации. Кызыльским городским судом Республики Тыва бывший работник банка признан виновным в совершении мошенничества в крупном размере. Осужден на 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев и возмещением причиненного ущерба. В настоящее время приговор вступил в законную силу. Тувинский дизайнер одежды Андрей Неверицкий победил на евразийском конкурсе «Этноэрата». 15-16 декабря в Москве прошел конкурс высокой моды национального костюма, в котором приняли участие художники-модельеры из более чем 50 регионов России и зарубежных стран. 16 декабря в Большом зале правительства Москвы состоялся гала-концерт лауреатов и дипломантов конкурса. Коллекция «Алдын Байлам» дизайнера из Шагонара Андрея Неверицкого заняла первое место в номинации «Лучший этнический сценический костюм в действии». Уникальность данного общественного проекта заключается, что на протяжении 18 лет системно и последовательно объединяет профессиональных художников-модельеров, которые соревнуются по 8 номинациям. Спонсор прогноза погоды – компания «Отличные наличные». Компания «Отличные наличные» рада видеть вас в любом из своих офисов в более чем 80 городах России, от Камчатки до Калининграда. Компания «Отличные наличные» – получайте займы на займ-карту в любой момент, просто по звонку. Переплата по займам такая маленькая, совсем малышка. «Отличные наличные» – ну очень маленькая переплата по займам.
По республике облачно, с прояснениями ночью, повсеместно небольшой, местами умеренный снег, днем местами небольшой снег. В Кызыле облачно, с прояснениями, ветер северо-западный, 2,7 метра в секунду, температура воздуха ночью минус 19, минус 20, днем минус 13, минус 15. Переплата по займам такая маленькая, совсем малышка. Отличные наличные, но очень маленькая переплата по займам.